К сожалению, у нас не такая радостная тема с вами для обсуждения. Она сложная, может быть, даже кому-то неприятна. Лично мне было неприятно, не по себе, когда я такие материалы искала, когда я заседали нашего семейного клуба. Это профилактика жестокого обращения в семье. Вы знаете, какой сегодня день. И, к сожалению, статистика свидетельствует не в нашу с вами пользу. Я имею в виду школу и семью. По данным Российской Федерации, где-то 45-49% семей имеют проблемы с жестоким обращением ребенка в семье. Но обо всем поподробнее попозже. А сначала теория. Что такое насилие? Что понимается в нормативных актах? Это действие или бездействие, что тоже равносильно, родители, воспитатели и других лиц, наносящие ущерб физическому или психическому здоровью ребенка. И мне сразу хотелось бы призвать вас к обсуждению этой важной темы. Давайте попробуем вместе разобраться в этой сложной проблеме. У вас у каждого есть методический материал нашего с вами заседания. И для каждой из групп подготовлен вопрос обсуждения. Значит, давайте мы так договоримся, по порядку просто. Первая группа, вторая группа, третья, четвертая группа. В каждой группе один вопрос. В первой группе первый вопрос для обсуждения, второй группе второй, третий, четвертый, четвертый. Я попрошу вас время 1 минута сообща обсудить первый вопрос. И дать нам на него развернутый обвинительный ответ. Вы обсудите ответ и выберите, кто будет отвечать на ваши вопросы. И мы, пожалуйста, представляем слово первый год. Итак, верно ли их вопрос такой, что словесные, эмоциональные оскорбления не так плохи, как физические и телесные? Пожалуйста. Конечно, неверно. Это тоже может унижать ребенка как и словесные, так и телесные. Так, и у нас тоже есть в качестве эксперта психолог школы работает Наталья Николаевна. Пожалуйста, верно ответила группа? Группа ответила верно, потому что даже только словесные и эмоциональные оскорбления, они также унизительны для ребенка, оскорбляют его. Задевают человеческие чувства, его личность непосредственно и могут привести ребенка к самому. Все правильно. Пожалуйста, вторая группа. Вопрос следующий. Зачитайте вопрос и ответ. Я вижу, что дети чаще подвергаются насилию в социально неблагополучных семьях. Мы думаем, скорее всего, утверждение правильное. Скажем так, чаще. Не факт, что и неблагополучных или подвергающих, но наверное, неблагополучных чаще, поскольку сегодня родители неадекватно реагируют на детские поступки. Да. Я, кстати, с вами согласна, а что наука по этому поводу думает? Насилие в семье не ограничивается определенными социальными слоями населения. Оно может присутствовать как в неблагополучных, так и в Мы тоже так думаем, но все-таки чаще. Да, практиками вот соглашусь в данный момент, а честно. Мы тоже, что это практика. Да. И так прочитали признаки, или как их называют еще, поведенческие индикаторы. Скажите, пожалуйста, к какому виду насилия относятся данные признаки? Пренебрежение. Все правильно. Действительно, если ребенок не растет, не набирает вес, рост, значит, недостаточно пищи, недостаточно недообслуживания и так далее. Бывают случаи у нас. Что такое суицидальное поведение? Это появление суицидальной активности. То есть, когда ребенок, у него бывают намерения, вызваны угрозы, попытки покушения. Это называется появление суицидальной активности. Суицидальное поведение встречается как в норме, так и при психопатиях, и при аттенуациях характера. У детей разный характер. Кто-то может сказать, я вот сейчас пойду повешусь, да? А кто-то может не сказать, но это сделать. Вот. И непосредственно суицидент, это уже непосредственно человек, который совершил попытку суицида, либо демонстрирует свое суицидальное поведение. Такого человека называют суицидент. Типы суицидального поведения это 3. Это демонстрирующее поведение, аффективное и истинное суицидальное поведение. Демонстрирующее поведение – это стремление подростка обратить внимание
на себя и на его проблемы. То есть, когда его родители не слышат, либо когда его там подростки, друзья не понимают, он старается на себя как-то чем-то обратить внимание. Вот. Аффективность суицидального поведения – это сильные негативные эмоции, гнев, который закрывает собой реальное восприятие действительности. Многие дети думают, что это все игра, что это все шутка, и они уже не могут отличить реальное от действительности. И истинно непосредственно суицидальное поведение – это поведение характеризуется уже продуманным планом действий, когда уже ребенок непосредственно думает, как он это сделает, каким способом и где. Динамика развития суицидального поведения имеет три стадии. Первая стадия – это стадия вопросов о смерти и смысле жизни, которые дети себе задают. Для чего жить? Зачем жить? Или а что такое смерть? Некоторым становится интересно, и они, естественно, хотят попробовать. Это первая стадия суицидального поведения. Вторая стадия – это суицидальный замысел, когда он уже думает, как он это сделает, где непосредственно. И третья стадия – это уже намерение, собственно, непосредственно попытка. Он уже обдумал, и он это реализует. Причины суицида в детском возрасте бывают, это не сформированное понимание смерти. Дети еще не имеют представления о смерти, они не понимают, что это такое. Отсутствие идеологии в обществе, то есть они не знают, кем они являются, как его воспринимает общество. Ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям, к сожалению, тоже имеет место быть. Дисгармония в семье, когда родители не слышат детей, дети не слышат родителей, получается разногласие. Саморазрушаемое поведение – это когда ребенок непосредственно обращается к своему внутреннему, как говорят, «я», да? Когда он вот начинает думать, а вот что я значу, что я имею, а какой я на самом деле. Вот. И реакция протеста и депрессия.